Всем привет! С вами ваш личный фитнес-тренер Артём. Подписывайтесь на мой канал Артём Лу Фитнес. На моем канале сотни видео с различными упражнениями разных уровней сложности. Так что каждый может найти то, что ему нужно в данный момент. Итак, поехали сегодняшние упражнения. И сегодня мы будем делать легкий комплекс упражнений для начинающих, для общего физического развития. Итак, поехали. Первое упражнение. Ножнички руками. Делаем 20 раз. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Затем ставим ноги на ширине плеч, руки на бедра и привставаем на носки, вытягиваем руки вверх. Раз, делаем 20 раз. 2, 3, вытягиваемся вверх, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, тянемся вверх, 19, супер, вот мы и закончили это упражнение. Переходим к следующему упражнению. Махи ногами в стороны, делаем по 10 раз в каждую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, держим баланс, 6, 7, 8, 9, 10. Поменяли ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Следующее упражнение. Становимся на колени. Ставим одну руку за голову. И мы будем делать раскрываемся, закрываемся. 10 раз с каждой стороны. Так, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, поменяли руку. 10. Замечательно. Следующее упражнение. Обе руки ставим на пол и будем делать прогибы спиной здесь. 1, как кошечка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично, остаемся в том же положении и поднимаем противоположную руку и ногу. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Делаем 10 раз с каждой стороны. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, поменяли сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Следующее упражнение. Ложимся на живот. Руки вытягиваем впереди сюда. И одновременно поднимаем и ноги, и руки. То есть супермен. Раз. Делаем 20 раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение. Садимся вот в такую вот позу. И будем делать скручивание. То есть руки за голову и вниз. Раз. Выпрямились. Два. Выпрямились. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер. Следующее упражнение. Будем делать мостики. То есть ложимся на спину и поднимаем бедра. Раз. Делаем 10 раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Вот мы и закончили первый сет сегодняшних упражнений. Всего нам нужно сделать 3 таких сета. Итак, делаем перерыв в 30 секунд и будем продолжать заниматься. У меня здесь довольно жарко, так что и делаю я все это на солнце, так что немного жарковато. Но думаю, у вас сейчас намного прохладнее. Итак, сделали перерыв, поехали заниматься дальше. Ножнички. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Следующее упражнение. Тянемся к солнышку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Супер! Следующее упражнение. Делаем махи ногами. Раз. Держим баланс. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очень полезное упражнение для бедер. 9, 10. Поменяли сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Так, становимся на коленки. Делаем раскрывающийся. Одну руку за голову. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер! Поменяли сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Следующее упражнение — кошечка. Прогибаем спину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 18, 19, 20. Супер! Следующее упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Следующее упражнение — супермен. Ложимся на живот, поднимаем руки и ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Садимся. Будем делать скручивание. Садимся в такое положение. И руки за голову. Раз. Выпрямились. Два. Выпрямились. Три. Выпрямились. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Супер! Затем делаем 10 мостиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер! Вот мы и закончили второй сет сегодняшних упражнений. Делаем небольшой перерыв, затем будем делать последний, третий сет. Итак, отдохнули. Поехали, последний, третий сет. Так, ножнички. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично. Следующее упражнение. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. И 20. Отлично. Следующее упражнение. Махи ногами. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Следующий. Поменяли ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер. Следующее упражнение. Становимся на коленки. Одна рука за голову. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Супер. Следующее упражнение. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Следующее упражнение — кошечка. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично! Поменяли сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующее упражнение — супермен. Ложимся на живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер. Садимся. Делаем скручивание. Итак. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10,
Шикарно. Следующее упражнение. Мостики. Последнее упражнение. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Супер. Вот это и был мой комплекс для развития всего тела. Итак, с вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Ву Фитнес. Оставляйте свои комментарии, как вам удалось выполнить данную тренировку. Ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока!